Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Короткая. У меня давно есть идея сделать курицу или петушка, которые будут являться крышкой какой-то чашки или корзинки. Мне нужна будет любая чашка или кастрюлька. Не обязательно стекло, это не обязательно. Не определилась, из чего я буду делать эту курицу. Крышка у кастрюли мне не подойдет, она очень плоская. А мне нужен объем. А вот из этой части прекрасно может получиться курочка. Ею и воспользуюсь. Бумагу, газету рвем на кусочки. Сварен обычный клейстер, мука с водой. 3 ложки муки с горкой на 0,5 литра воды. Довели до кипения и выключили. Варить не надо. Добавляю еще сюда пару ложек клея ПВА. Обычное папье-маше, тепленькое, приятное, прям аж хочется что-то делать. Газету и бумагу можно будет чередовать, чтобы посмотреть, сколько наклеено слоев. Заготовки такие лучше делать заранее, потому что сохнут они долго. 5-й слой пошел, и, наверное, на этом я остановлюсь. Самое главное, чтобы не было воздуха. Салфеткой сверху обклею. Большими кусками, прям быстренько вот так. Последний кусочек. Смотрите, как гладенько и здорово все получается. Сняла заготовки еще когда были сыроватые. Хотела, чтобы внутренняя часть тоже быстрее просохла. Вот этого делать не надо. Лучше дождаться полного высыхания. Немножко ее повело. У кого так получится, сбрызгиваем с пульверизатора водичкой и опять одеваем на основу. Делаем курочке голову. Шею буду делать из картона. Отрезаю с запасом. Хвост сделаю тоже ориентировочно. Фактически треугольничек. А здесь мы уже делаем надрезы, вот как уляжется. Можно было обрезать посильнее. Ну, пусть будет. Мы с них потом тоже обозначим перья. Крылышки вырезаем. Сейчас я склею между собой клюв. Как бы одна в другую вклеиваем. Сережки приклеиваем. И гребешок. Обклеиваю кусочками бумажного полотенца при помощи клея ПВА с водой. И продолжаю дальше обклеивать полностью всю курочку. Курочка высохла. Я добавлю немного перышек. Можно взять любую массу для лепки. У меня холодный фарфор. И у меня есть вот такие формочки. У меня разные кусочки остались. И я буду сейчас это все применять. Подклеиваю на клей ПВА.
пройдусь по всему кругу. Из холодного фарфора сделала глазки. Они у меня уже высохли, потом буду окрашивать. Приклеиваю. У кого нет формы перышек, можно даже приспособить форму листиков. Попробую здесь другую форму. Более объемные сережки хочу сделать. Объема на гребешок добавляю. Как раз если клюв не очень хорошо получился, тоже можно его подправить. А теперь хочу показать вам, что нельзя угадать, подойдет ли размер крышки на чашку или на кастрюльку. Или на корзинку. Поэтому мне надо площадь основы вот этой курочки немножко увеличить. Ну, чтобы она была как бы универсальная, если будет площадь пошире. Холодный фарфор уже закончился. Сделала массу из шпаклевки. Подклеиваю вот к дну, чтобы оно шире стало. И еще потом придумаем ободок. Внутри этого ничего видно не будет, но все равно немножко подравниваю. Верх корзиночки. Тем самым мы увеличиваем площадь еще сильней. За ночь у меня все высохло, и я теперь окрашиваю. Вначале окрашиваю в темный цвет, а потом буду делать цветную курочку. Краску берем более жидкую, чтобы не забить рельеф на лепных деталях. Друзья, если не делать объемные перышки на крыльях, на хвостике, то можно сделать красивый декупаж. Только для этого курочку окрашивайте уже не в темный цвет, а в светлый. Расписывать курочку я буду акриловыми красками различными. Покрываем акриловым лаком. Друзья, в итоге получилась вот такая красивая, классная курочка. Друзья, такая поделка делается не сильно быстро. Но ведь ее можно сделать не только к празднику, но и просто как украшение кухни. А также можно подумать, как сделать такую курочку для сада. А я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр, благодарю за ваши дружеские комментарии, подписки и лайки, а также за то, что вы делитесь моими видео с друзьями в соцсетях. Всех с наступающим праздником Пасхи, счастья, здоровья, успехов во всех делах. До новых встреч!